Так, 28 февраля, пишется, да. Письмо называется «Вопрос о развитии». Дарья пишет: «Добрый день, Юлия». Здравствуйте, наверное, Дарья, да? «Хочу начать со слов благодарности за ваш труд и помощь в воспитании и понимании наших детей. Вы делаете большое дело. Спасибо. Теперь касаемо вопроса. Моему сыну сейчас года 4. Развитием его, развиваем, наверное, его и играми занимаюсь я. Его развитием играми занимаюсь я. Папа не очень охотно, так как считает, что само все придет с возрастом, и переубеждать я его не хочу, так как это дело каждого. Из игр у нас сейчас это бросание мяча. Он мне, я ему. Очень хорошее занятие. Катание машин друг к другу, сортир по типу «вложи фигуру в соответствующее отверстие», чтение книг, изучение животных по фигурам. Смотрим фигурки животного. Я озвучиваю, как оно говорит и называю это животное. Он очень любит, сын, стирать вещи. Ходим дома без памперса. Описался, прибежал, я штанишки спокойно сняла, сказала: молодец, что прибежал, переодеваю его и отдаю ему одежду мокрую, он бежит ее закладывать в машинку, пытается сам включить и стоит, потом смотрит, как идет стирка. По утрам чистим вместе зубы, у него своя щетка, и он пытается сам все сделать. Я лишь потом дочищаю. Вопрос у меня по поводу развития. Он не говорит «мама», «папа» и так далее. Не произносит звуки животных, просто тарабанит и все. Не показывает, где цвета, хотя с года мы читаем книжки «Радуги» и так далее, где одна страница отведена одному цвету. И я постоянно везде ловлю цвет и проговариваю ему, стоит ли нам сходить к специалисту, или я что-то делаю неправильно. Заранее спасибо. Девчонки, почти в каждом видео говорю, ребенок до 5 лет может, он видит цвета, он их видит, все эти 4 основные и оттенки, он все видит, но он может забыть просто формулировку. Я вон тоже вижу, что BMW едет. Ну, блин, ну я забыла, что это BMW. Понимаете, просто забыла, как это называется. Toyota или BMW, там, что там, Subaru. Но просто забыла вот это слово. И ребенку свойственно до 5 лет забывать непосредственно вот это слово. Просто красный. Но он же видит, что он красный. Он же соотносит. Главное, особенно в 1,5 года, чтобы он соотносил. Если вы говорите, в красную банку сложи только все красное, да, вот такого же цвета. И если он туда складывает и зеленый, и желтый, и синий, вот тут стоит задумываться. Но то, что он не произносит это вообще, ну забыл еще только установление все это идет, это нормально. Главное, что если вы ему показали, там, красный кубик возьми такого же цвета, из двух предложенных, не из 22, а всего лишь из двух предложенных он должен выбрать точно такой же. Или как-то вот группировать 4 основных цвета, сюда все желтое, сюда все зеленое, сюда все красное. Вот в этом возрасте только-только это все начинается. По поводу говорить, я здесь ничего не могу вам сказать, это только логопед может сказать, потому что он знает все вот это вот, все становления вот этих вот, что там они делают, у них гуление появляется, потом что там, гуление, слоги, ой, забыла, но это вообще не мое, гуление, а гуканье, гуление, слоги, слова, предложение, вот это вот связывание, это, в общем, более точно обо всем об этом скажет логопед. Если вы считаете, что что-то пропустилось, не было этого гуления, сопения, мычания, чего там этого всего происходит, звукоподражание, ну лучше дойти, чего нет, то уж лучше перестраховаться, чем потом локти кусать. Дадите, конечно. По логопеде не подскажу, по поводу цвета я вам сказала, ну и смотрите видео в плейлисте, вот эти вот занятия дома-то. Вот, с мамой. Там, я думаю, много вы интересного подчеркнете. Вот, и про это я там тоже говорила. 28 февраля, Дарья, вопрос о развитии. Год 4 ответили.